За первый квартал текущего года у троих детей в Прииртышье обнаружен вирусный гепатит А. Сейчас маленькие пациенты уже выписаны из больницы. Какие же симптомы сигнализируют о наличии острого инфекционного заболевания и как можно предотвратить заражение? Рассказываем подробнее. Вирусный гепатит А, более известный в народе как болезнь Боткина, характеризуется поражением клеток печени. Патология по большей части относится к желудочно-кишечным расстройствам, поскольку основным способом передачи остается фекально-оральный путь. Вирусный гепатит А протекает циклично, то есть несколько периодов мы различаем. Это первый период называется преджелудочный период. В преджелудочном периоде проявляются симптомы. Бывает несколько вариантов бывает преджелудочного периода. Это гриппоподобный вариант в основном. И диспептический вариант характерен. То есть при гриппоподобному варианту преджелудочного периода мы относим такие симптомы, как повышение температуры тела, боль в горле может быть, редкий кашель может быть. И диспептический вариант – понос, жидкий стул, часто жидкий стул, рвот. Это может проявляться. И то есть такими симптомами вирусный гепатит А схож с острыми кишечными инфекциями. Так называемый преджелтушный период в среднем длится около недели. Но, как правило, родители обращаются за медицинской помощью, когда болезнь переходит во вторую стадию развития, и ребенок желтеет. При этом его самочувствие в желтушный период улучшается. Благодаря этой особенности течения заболевания удается диагностировать вирусный гепатит А. Существует профилактика, специфическая профилактика вирусного гепатита А, то есть это вакцина. Два раза мы прививаем. Это вакцина Харвикс. Проводим в возрасте 2,5 года. Напомним, за 3 месяца текущего года в области болезнью Боткина переболели 3 детей, в то время как острая кишечная инфекция, имеющая схожую с гепатитом А симптоматику, диагностирована у 501 ребенка. Дарья Жумабекова, Медеткарим, Ертыс, Ахпарат.